Добрый день, у нас сегодня письмо от молодого человека. Он написал значительно больше, изливая свою душу, но хотел, чтобы я его то письмо не читала, а ответила ему в личной почте. Я, к сожалению, не могу себе позволить такой роскоши, потому что просто нет времени. Я не успеваю даже на экран перед камерой зачитать все письма. Вы понимаете, что это значительно быстрее, чем если бы я набирала на клавиатуре. Но он вот позволил мне прочесть другое, и я его вам читаю. Я бы попросила вас об огромной просьбе. Я знаю, что девушка, с которой у меня складываются сейчас проблемы, подписана на вас, регулярно просматривает ролики. Поэтому я хотел бы поделиться своим стихотворением с ней и со всей женской аудиторией вашего канала, так как главный подписчик – это представители женского пола. На мой взгляд, это стихотворение положительное. Я думаю, оно соответствует доброте вашего канала. Просто хочу, чтобы ролики с письмами выходили не только на негативные темы, а и, как сейчас, с положительным стихотворением. А вот и само стихотворение. Представьте, солнце ярко светит, взгляните, облака плывут, и ветерок прохладный дует, на дереве птенцы поют. Поверьте просто, это сказка, по улице пройдите вновь, заметьте девушек прекрасно. Все жизни светлую любовь, они милы, любви обильны, они светлы и так всегда. И у меня есть человечек, родной мой свет, моя душа. Кто дарит нам всегда надежду, мужчин поддержит каждый раз и позаботится, как прежде, неограненный наш алмаз. Для них мы верная опора, стена, металл, скала, бетон. Нас выбирают не по говору, а по поступкам в многотон. И у меня есть половина, лишь пару слов о ней скажу. Она стройна, мила, красива, славянский тип, король миров. Поверьте, девушки, вы сила, вы лучшее, что есть у нас. Почаще улыбайтесь, мило, от вас приходим мы в экстаз. Надеюсь, это стихотворение будет вам по душе. Я считаю, что большинству людей не хватает позитива, доброты. Так пусть же она не охует его в вашей поддержке, в ваших видео, в вашем внимании, в вашем канале. Спасибо за внимание. Такое светлое, оно, конечно, сыроватое, но молодой человек с удовольствием его пишет. Причем пишет в тех условиях, когда у него не все складывается во взаимоотношениях. Когда многие бы озлобились. А он пишет нам на канал такое светлое, лучезарное стихотворение. Я надеюсь, что вы нашего автора примите правильно и поблагодарите. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.